историю, пока Толичек делает там промитирующие снимочки. Значит, когда я родилась, меня назвали в честь моей бабушки, Татьяны Андреевны. Она была учительницей. И вот она была учительницей в послевоенное время. И ученики у нее были, они ее очень уважали, очень любили. Она учится по математике. И такое время было, когда очень много сироток было, сироты. И они к ней ходили как к маме, то есть домой. И до сих пор они приходят, ее уже нету, она уже ушла, приходят к ней каждый раз, когда у нее там день рождения, каждый раз на 1 сентября. Ее назвали, меня назвали в ее честь. Вот. И такой случай был, приходит зять домой, я родилась, он забегает в хату. И такой кричит: «Таня, Таня!» Она такая: «О, блин, думаю, тещу Таня называют. Что за фигня?» Она говорит: «Таня родилась». Я хочу пригласить на сцену мою маму, Тамару Борисовну. Давайте ее попробуем. Это праздник сегодня Тамары Борисовны, на самом деле, которая меня координировала с тех пор, как я родилась. Сказала, что я много орала в детстве, то есть, как только глаза открываю, сразу ору вокруг. Говорю: «Давайте», что у меня такая была в детстве фишка, я все время пыталась хороводиться. Вот выхожу во двор, а там дети. Я говорю: «Давайте хороводиться». Вот. То есть у меня так было до сих пор. Вот. Тамара Борисовна, спасибо тебе за то, что ты меня поддерживаешь, любишь, за то, что ты меня сделала вот такой вот. Меня теперь все боятся, то есть волонтеры. Вот. Спасибо. Давайте похлопаем Тамаре Борисовне. Теперь я немножко тебе скажу. Значит, в индийской религии говорят, что когда человек рождается, или появляется в чреве у мамы, то он сам выбирает своих родителей. Да, так вот, я ей очень благодарна, что она меня выбрала. Замечательный ребенок, умный, талантливый, все умеющий, создавший такой вот фестиваль для людей, которым это все нужно. Спасибо моей дочечке, она у меня замечательная, что она меня выбрала. Это такая ответственность перекладываешь. Спасибо. Опять же, по индийской религии у нас получилось так, что она старше меня. Это мама так и сказала. Все-таки переложу ответственность. Я вообще с вами очень хорошо себя чувствую. На самом деле, у меня такое ощущение, что у меня такая большая, теплая семья. Спасибо вам, что вы со мной. Не хочется от вас отпускать на мастер-классы, но придется, а то у меня тренеры сейчас женятся на мне.